Это конверта, заклеивающая машина Рейнольдс 1990 года. Ясно. Представьте, каково это — работать в энергетической компании и облизывать 2000 конвертов в день для отправки счетов. Как она работала? Клейкую часть конверта нужно было вставлять вот сюда. Понятно. Затем, насколько я понимаю, конверт закрывается и проводится через вот эти ролики. Ясно. Вот так. Круто. Хотите ее продать? Да, продать. За сколько? За $400. Дам 125. 135. 125. 135. Ладно, я очень хороший человек. 130. 130. Спасибо.